Приветствую всех зрителей канала Техноарена. С каждым годом все больше людей начинает пользоваться смарт-часами вместо обычных. Ассортимент их настолько широк, что довольно сложно найти хорошую модель, которая не только будет обладать широким функционалом, но и будет надежно и хорошо смотреться на руке. В этом видео я расскажу вам о 7 моделях смарт-часов, которые станут отличным вариантом для мужчин. Я расскажу об их особенностях, а узнать цены на эти смарт-часы вы сможете на специализированных ресурсах, ссылки на которые будут в описании. Если это видео будет для вас полезным и поможет определиться с покупкой, то не забудьте поставить лайк. А чтобы всегда быть в курсе лучших смартфонов и гаджетов, рекомендую подписаться и нажать на колокольчик. Ведь на канале Техноарена регулярно выходят новые рейтинги и обзоры различных умных устройств, которые могут быть для вас интересны. Ну а теперь устраивайтесь поудобнее, а я расскажу вам о 7 лучших смарт-часах для мужчин. Поехали! Открывают наш топ Samsung Galaxy Watch 3. Они выпускаются в версиях с корпусом диаметром 41 и 45 мм. И на мужской руке будет отлично смотреться большая версия с титановым корпусом и ремешками, выполненными из кожи, металла или резины. Для Galaxy Watch 3 предусмотрено множество циферблатов, дизайн которых прекрасно сочетается с элегантным внешним видом устройства. Экран у этих часов имеет диагональ 1,4 дюйма, высокое разрешение и защищен от царапин стеклом Gorilla Glass. А еще имеет несколько режимов работы – загораться при повороте руки, при проведении по нему пальцем или всегда быть включенным. Функционал у этих часов очень широкий – они измеряют пульс, артериальное давление, ведут мониторинг сна, а также фиксируют неожиданное падение человека с помощью акселерометра и отправляют сигнал SOS заранее зарегистрированному абоненту. Для тех, кто любит заниматься спортом, Galaxy Watch 3 предлагают 120 программ домашних тренировок, которые помогут поддерживать физическую форму и дают советы по бегу. А благодаря водонепроницаемому корпусу в таких часах можно будет плавать. Помимо этого, Galaxy Watch 3 позволят просматривать уведомления о сообщениях и звонках, управлять воспроизведением музыки, определять местоположение и имеют много других полезных функций. А что касается автономности, то в стандартном режиме использования они смогут функционировать 2 дня, а максимальное время работы на одном заряде достигает 6 дней. Продолжают наш топ Honor Magic Watch 2. Они выпускаются в двух размерах диаметром 42 и 46 мм. Имеют разные типы ремешков и возможность персонализировать циферблат под предпочтение пользователя. Корпус этих часов выполнен из высококачественной стали, применяемой в авиации. Он обеспечивает небольшой вес девайсу и защиту от механических повреждений. Экран у Magic Watch 2 имеет матрицу AMOLED и может постоянно отображать время, поэтому не придется махать рукой, чтобы появилась информация. В зависимости от версии часов диагональ экрана будет 1,2 или 1,39 дюйма, а максимальное время работы будет составлять 1 или 2 недели. Что касается функционала, то Honor Magic Watch 2 поддерживают 15 спортивных режимов и позволяют определять количество кислорода в крови, продолжительность и качество сна, а также производить мониторинг работы сердца, считать потраченные калории и многое другое. Помимо этого, смарт-часы позволяют слушать музыку через беспроводные наушники без смартфона. Любимые треки можно скопировать в память устройства и отправиться на пробежку. Кстати, любители бега по достоинству оценят в этих часах встроенное приложение с 13 беговыми курсами, которое дает подсказки и помогает повысить выносливость. А тем, кто любит плавать, эти часы подскажут многие важные для пловцов показатели. Также стоит отметить, что Honor Magic Watch 2 имеют поддержку двух систем спутниковой навигации и очень точно фиксируют скорость перемещения пользователя, его координаты и маршрут, что может быть полезно для тех, кто любит велопрогулки, пробежки и просто преодолевать большие расстояния. Для владельцев айфонов лучшим вариантом станут часы Apple Watch Series 6. Они выпускаются в двух типоразмерах шириной 40 и 44 мм с диагоналями экрана 1,57 и 1,78 дюйма. А также имеют огромный выбор циферблатов и ремешков из разных материалов. Дисплей Retina у этих смарт-часов очень яркий и позволяет отчетливо видеть информацию даже на улице в солнечный день. И он работает постоянно, поэтому его не придется активировать движениями руки или водить по нему пальцем. Правда, это сказывается на автономности, заряда часам хватает лишь на день работы, так что их придется регулярно ставить вечером на зарядку. Что касается функционала Apple Watch Series 6, то он огромен.
Часы умеют измерять уровень кислорода в крови и делать ЭКГ. Также они ведут мониторинг сна, поддерживают различные спортивные режимы, считают пульс, пройденные шаги и сожженные калории. А еще в них есть NFC для бесконтактных платежей через Apple Pay, модуль GPS и Wi-Fi. Помимо отображения сообщений и уведомлений со смартфона, с помощью часов можно отвечать на них и отклонять или принимать входящие вызовы. Также они подскажут вам, сколько времени мыть руки, позволят слушать музыку и вызывать голосового помощника Siri. В общем, если нужны многофункциональные часы и вы фанат техники Apple, то данный девайс вам точно понравится. Продолжают наш топ Huawei Watch GT 2 Pro. Это массивные смарт-часы, выполненные в классическом дизайне с круглым циферблатом и ремешками из кожи или эластомера. Они отлично смотрятся на мужской руке, придавая солидности своему владельцу. А благодаря огромному количеству циферблатов, такие часы подойдут к любому стилю одежды. Время работы таких часов в зависимости от режима использования может достигать 2 недель. А что касается функционала, то такие часы будут отличным приобретением для тех, кто ведет активный образ жизни. В них предусмотрено более 100 режимов тренировок с подробным отслеживанием пульса, сожженных калорий, количества кислорода в крови и других параметров. Часы умеют определять координаты пользователя и скорость его перемещения во время велотренировок, пробежек и спусках на лыжах или сноуборде. Также в них предусмотрен барометр и высотомер. Помимо этого, Huawei Watch GT 2 Pro проводит мониторинг сна и сердцебиения, позволяют управлять музыкой и камерой на смартфоне, совершать звонки, просматривать уведомления и многое другое. В общем, это отличные многофункциональные смарт-часы для мужчин. Напомню, что посмотреть цены на все часы, попавшие в данный топ, вы можете на специализированных сайтах, ссылки на которые указаны в описании. Amazfit T-Rex – это смарт-часы, которые могут эксплуатироваться в экстремальных условиях. Они соответствуют множеству военных стандартов, имеют прочный корпус, не боятся долгих погружений в воду и тумана, а также могут эксплуатироваться в широком диапазоне температуры от минус 40 до плюс 70 градусов по Цельсию. Кроме того, они примечательны долгим временем работы. В режиме активного использования они смогут работать на протяжении 20 дней, а экономный режим использования обеспечивает им автономность на протяжении 2 с лишним месяцев. Часы имеют яркий AMOLED-экран диагональю 1,3 дюйма с поддержкой различных циферблатов и функцией постоянной работы. Для тех, кто ведет активный образ жизни, в часах предусмотрено 14 спортивных режимов. Они умеют отслеживать данные о сердечном ритме во время физической активности, а также о продолжительности упражнений, что позволяет обезопасить и оптимизировать ваши тренировки. Кроме того, Amazfit T-Rex оснащены системой навигации, обеспечивающей точное определение местоположения, и содержат сотни интеллектуальных функций, в том числе прогноз погоды, напоминания о мероприятиях и звонках, уведомления приложений и многое другое. Так что если вам нужны надежные и многофункциональные часы, то Amazfit T-Rex станут отличным приобретением. Далее в нашем рейтинге вновь идут часы от Amazfit под названием GTS 2. Они очень легкие, поэтому практически не ощущаются на руке. При этом часы имеют большой AMOLED-экран с диагональю 1,65 дюйма и емкий аккумулятор, который обеспечивает до 20 дней работы без подзарядки. Выпускаются Amazfit GTS 2 в нескольких расцветках, а также имеют возможность установки персонализированных циферблатов. Причем большинство циферблатов поддерживают функцию Always On Display, так что вам не придется махать рукой или тыкать пальцем в экран, чтобы узнать время и другую информацию. А еще экран часов может поворачиваться на 180 градусов, поэтому они будут удобны как для правшей, так и для левшей. Что касается функционала, то Amazfit GTS 2 умеют измерять уровень кислорода в крови, количество сожженных калорий, пройденное расстояние, вести мониторинг пульса, сна и уровня стресса. А еще в них предусмотрено 90 спортивных режимов, для каждого из которых составляется подробный отчет после окончания тренировки. Помимо этого, Amazfit GTS 2 позволяют загружать и слушать музыку, а благодаря встроенным микрофону и динамику гаджет умеет не только отображать входящие звонки, но и отвечать на них. Короче говоря, отличные многофункциональные смарт-часы, которые будут хорошо смотреться на мужской руке. Завершают наш рейтинг смарт-часы Honor Watch GS Pro. Они могут обходиться до 25 дней без подзарядки, оснащены износоустойчивым корпусом, не боятся низких и высоких температур, падений, ударов, воды, пыли и тумана, поэтому могут эксплуатироваться в суровых условиях. Для часов выпускаются различные типы ремешков, а AMOLED-экран поддерживает установку различных циферблатов. Что касается функционала, то в Honor Watch GS Pro предусмотрено более 100 режимов тренировки. В них есть функции непрерывного
быстрого мониторинга пульса, отслеживания фаз сна и уровня кислорода в крови. Также предусмотрены разнообразные режимы лыжного спорта, которые помогают детально отслеживать широкий спектр данных, включая количество трасс, расстояние, время прохождения трассы, скорость, высоту и многое другое. А еще Honor Watch GS Pro имеют высокоточную систему навигации, которая позволит построить обратный маршрут даже при путешествии по малоизученной местности. Также они сообщают такую полезную информацию, как время восхода и захода солнца, фазы луны и прилива, отправляют предупреждения о плохой погоде, позволяют управлять музыкой и совершать звонки. В общем, это отличный многофункциональный девайс, пригодный для эксплуатации в суровых условиях. На этом у меня все. Посмотреть актуальные цены на все смарт-часы, упоминаемые в этом видео, как я уже говорил, вы можете на специализированных сайтах, ссылки на которые указаны в описании. Ставьте лайк, если это видео вам понравилось, и напишите в комментариях, какие из представленных часов вы бы купили. Ну а я с вами прощаюсь до следующего видео, и чтобы его не пропустить, подписывайтесь на Техноарену и жмите на колокольчик. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!